Of the fortress. We'll need to get rid of them so Captain Rogers can find his way inside. Красавчик. И пошел. Здесь что надо сделать? Непонятно вообще. О. Что там? Куда ракета направляется? Ого. Отлично. О, красавчик. Сохранить и вот зараза, и что есть такое? И теперь. Что делать надо, вообще непонятно, короче говоря.
Блин, а как вот в эту стрельнуть-то? Фигня какая-то, нафиг, а? И чё? Вот козлы. Непонятно, что делать надо вообще тут. Есть. Так, об стену. Тюк. Возьмем жизни.
some assistance? Так не интересно, да? Что за ерунда? Так, надо подумать, что надо делать. Что с вами делать, а? Пушки как погасить эти?
Так, 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 так.
Help with this? Oh no, not that I'm judging. Чем могу помочь? Да фиг его знает, чем помочь ты можешь. Что дальше делать здесь? Что за фигня вообще? Вообще непонятно, что тут делать, блин. О! Понял, что делать надо.
Есть контакт, да ёлки-палки. Так, все долго было. Короче, эту пушку надо было повернуть. Вот, открылся проход теперь. Вот это да. Часа, короче, я тут не знал, что делать надо. Сейчас надо было повернуть пушку. О, другой разговор. Да ёлки-палки, ну что такое? Есть. Вот он. Есть контакт, одной нету пушки. Эти сейчас получат. Вот так. Вот, бонусы. Пошли бонусы. Есть. Хорошо. Вот так. Есть. Отлично. Возьмем жизнь. Все, дальше пошли. Выход. Где выход? Еще одну пушку надо. Давай, что ты там? Так. Еще где одна пушка? Окей. Вот чудик, ладно. Одна пушка есть, еще одну надо. Что это такое там? Да ёлки-палки, вообще не дело. Умирает и все.
Так, так, так. И... Да иди ты в баню. Мочилово жесткое. Туш-туш-туш. Еще одну пушку надо, короче, да, нам? А как? Что делать теперь? Как проникнуть сюда? Ну вот подошел я, чё? Ох, непорядок, ох, непорядок это все, а? Еще одну пушку надо привалить. Только каким макаром, блин, теперь здесь, что делать надо? Есть! Есть! Офигеть можно! Есть! Еле-еле я, короче.
Sentry mode. Стой здесь, говорит, охраняй. Yeah, I got something bigger. I got eyes on the prize. Кактус какой-то там. Я заворожил его. Загипнотизировал его, короче, Тони Старк. Так, ну так что, подписываемся на канал, продолжение следует.